Попасть из лука в правильную инфляцию, найти признаки подлинности на банкнотах, угадать количество монет в мешке по весу. В игре «Монетный двор», организованный Банком России, приняли участие несколько десятков маленьких горожан и их родители. На каждой из станций ребятам нужно было выполнить задание – пройти тестирование уровня финансовой грамотности, отличить объявления нелегальных участников рынка и оценить доступность финансовых услуг в Приморье. Задумка была просто великолепная, очень понравилась, потому что два часа у нас пролетело незаметно, команда у нас была хорошая, нам это очень понравилось. Были мы на лекции по денежным знакам. Очень интересно знать свою культуру, историю, откуда это берется, потому что мы должны это знать и понимать. В историческом центре города командам предстояло пройти финансовый квест. Задания выявляли знания в области финансов и становление банковской системы края. Так участники искали на улицах Владивостока памятники архитектуры и животных, попавших на банкноты и монеты Банка России. С квестом команды справились на ура. Банк России традиционно в четвертый раз открывает свои двери для гостей и жителей нашего города. Мы рассказываем об истории Банка России, об истории создания банковской системы в Приморском крае, рассказываем о новых финансовых технологиях, рассказываем о том, что происходит на финансовом рынке, какие угрозы и риски ждут наших граждан при использовании финансовых услуг. Гости музея главного управления узнали, как первые банкноты вошли в денежный оборот России и увидели настоящие шедевры полиграфического исполнения купюр. А самым маленьким горожанам показали кукольный спектакль финансовой истории. Участники командных соревнований получили памятные сувениры и призы, остальные – общие практические знания в области финансов. Катерина Матвеева, новости на 8.